Москва, сообщество посадочников. Вот, Махачкалинский. Ну, ребят потихоньку собираются. А ты сглаживаешь, который? Не, не. Правами, думаю, сглаживаю. А если у карточка есть? Да, не, карточка не надо, испортить. А мы приехали, затонировали, сняли и уехали. Поставил к нему? Ну да, вот к нему поставил. Нет, я для себя ее поставил. Я собрал все для себя, сам машину тоже сам для себя делал. Ну, большей части мастера делали. Ну, в основном я тоже специально учился, да? Это автоваж. Зачем чему-то учиться? Ты можешь купить себе шестерку, да, допустим, семерку. Просто взять и сам пытаться что-то сделать. Как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Это как бы хобби. У кого-то хобби там качаться, у кого-то хобби там, я не знаю, гонять, допустим. У нас свое хобби, посадка, там, музыка. Конечно, немного беспорядок. Это я тоже сам все ставил. Бочку сам поставил. Правда, настройки делал там товарищ, музыка, которая занимается. Стоит момошка двадцатки пара, а герцы стоят, а и сзади эти, как их название забывают, и бочек там опять. Тоже правильно, пятнашка, оценка? Не пятнашка, поменьше, двенашка. Полностью салон перешит, дверные обшивки полностью все в коже перешит. Подиумы под динамики, все дела, все как положено. А дорого вообще обошлось? Обходится около 40 тысяч. Посадка, то что здесь сделано, каждая доработка, все это около 70 тысяч. Например, новую машину для этого брать жалко. Уже там резать надо, все дела из-за этого. В основном все берут свежую машину в хорошем состоянии и уже доводят ее до ума, как бы, да? После работы там вышел, покатался, музыку послушал, такая расслабиться там. Учусь и работаю. Заочно учусь радиотехникуме. А кем работаешь? А работаю у нас у мамы. Семейный бизнес, короче, одним словом. Мама магазин, там тут доставляем товары, заказы. Я мебель делаю. Мебель делаю? Да. Ну, скажем так, свой бизнес, да, бизнесмен. Ну, мелкий, да? Только начинающий, как бы, скажем так. Так, и так.
правильно мы здесь стояли? Зачем такие вещи делали? Просто стояли, молодежь просто собралась. Просто здесь же заклеили. Приехали сейчас. Народ на месте. Мы же не в городе где-то были. На мероприятие приехали. Они документальный фильм снимают по Дагестану. Я в общественном месте. Вы снимаете наших сотрудников полиции. Для чего снимаете? При исполнении сотрудников полиции. Да, да. Он меня снимал вообще. Я документальный фильм снимаю. Что за фильм? Исследовательский. Про... Вы откуда приехали? У вас паспорта есть? У меня есть удостоверение. Все, давай вызовите наряд, тоже сейчас разберемся. Значит, все это внесены изменения в конструкцию транспортных средств, все будут составлены административные протокола. Вот эта машина, вон тут все туда. Есть изменения? Правильно же? Ну, я конструкцию не внесены изменения? Ну, внесены. Внесены. Все, ну, значит, что должно быть? Они... Аннуляция документов, не, подождите, регистрация. А во что, какие изменения? Я-то не разбираюсь. Вот посмотрите, машину. Пожалуйста, вон, девятка. Изменены? А в чем изменение? Я вас еще раз предупреждаю, я его сейчас доставлю. Я понимаю, но я снимаю, что происходит. Вы же при исполнении, правильно? Я вам еще раз по закону имею право. Я вам еще раз предупреждаю вас. Вы снимайте, пожалуйста, вот это то, что творится. То, что люди разбиваются, тормоза, значит. Ну, тормозная вот это... система не рассчитана. Посмотрите, что они творится. Снимайте я вот это. И снимаю. Да, вы это снимаете лучше. Ну, я это да, вы молодежь губите здесь фильмы, рекламы делаете. Я не рекламу, я. Вот так они ездят, тормозная система не рассчитана. Посмотрите сюда. Она же поднимается. Пружины режут. Все, что необходимо, они делают здесь. Потом разбиваются они. Столько у нас ДТП, погибших столько. Из-за посадки. Внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Тормозная система не срабатывает вовремя. Она с заводом изготовителем в таком состоянии, она не выпускает. Вы полностью... Слушай, вы за себя отвечаете, как без города. Я, ну, так же не бой, стоят машины. То, что вы наркоманы есть, то, что вы насчет тормозов говорите, там все четко срабатывает. У меня вы еще ни разу не имеете права на сопротивление. Понимаете? Даже колесо другого, значит, радиуса, так же, да? Не имеет права. Как не знать? Вы за рулем не ездите, что ли? Нет, а там все стандартное, балкон. Вот я вам поэтому говорю, вот там какие-то вы поставили амортизаторы, внесли изменения. Подушки поставили? Категорическая форма запрещена. Интересно, вот что тут происходит. Ну, я понял, вы хотите там где-то показать, у вас в Ленинграде или Петрограде, где, откуда вы? В Санкт-Петербурге хотите показать, как в Махачкале молодежь вот себя убивает, нет, внося изменения в конструкцию. Нет, вас... мы снимаем, чем занимается молодежь. Вообще. Вот чем занимается вообще. Молодежь? Ну, это, а что это, ну, а чем занимается? Ну, в данном случае вот ребята увлекаются модифицированием машин. И что, это вы поддерживаете, да? То, что... Я не поддерживаю и не осуждаю. Я это есть, это же это есть, очень правильно. Плохо, то, что, значит, они вносят изменения в конструкцию транспортных средств. Очень плохо. Поэтому и разбиваются у нас молодежь. Я вам кое-что много расскажу. Вы откройте, покажите, пожалуйста. Я уверен, у него ни аптечки нет, ни огнетушителя нет. Лучше вы это поставили. Покажите, пожалуйста. Вот, даже у него багажник не открывается от того, что... Внес изменения. Вот, вот. Вот это золотая молодежь, которым вот в городе делать нечего. Да, родители. А мы тоже работаем, мы не бездельничаем. Многие, да, многие, многое молодежь себе велосипед не может позволить купить. А вот это люди, которые вот, как попроще сказать, вот, я не знаю, ну такое как можно поставить? Как такое можно поставить? Посмотрите, там два усилия. Машала, сказано. Хорошо, где ваша аптечка? Где огнетушитель? Покажите, пожалуйста. Она не горит. А мы с ним брали просто. Вот я же вам говорю. Мы когда выезжаем куда-нибудь на территорию Дагестана, сука, я вам говорю, вот эта электропроводка, посмотрите, да? Вот электропровод. Она замкнет. Посмотрите, да? И земля лунатая. Вот она замкнет. Эта машина сгорит на глазах просто, понимаете? Вы даже выйти оттуда не успеете просто. Нет, на это мы ставим хорошую колонку. Посмотри, как она обращается. Вот беспредел проехал. Вот бум. Вон тонировки ездят, что не остановится. Большие провода поставили, чтобы напряжение нагрузки, чтобы не было. Поэтому здесь все предусмотрено. Не, я вам говорю, это в ближайшем будущем эта машина сгорит. Посмотрите сюда. Здесь установили дополнительный аккумулятор, который полностью уже окислился. Посмотрите. Видите, да? Вот, он скоро, вот эта машина замкнет полностью, значит, сгорит. За этим просто, да. Ваши родители просто куда смотрят, я не знаю. Столько выращивают ребенка, и вот так, чтобы
из-за каких-то проводов на месте вот так. Эти машины по городу на второй скорости дальше не ездят, ничего не делают. Да. Больше 60 и никто не ездит. Конечно. Запали сейчас за тренировки. Да, в основном. За тренировки больше ничего здесь такого нету, если так посмотреть. Начальник ГАИ Махачкалы же, по-моему, да? Да. Нормальный начальник ГАИ, естественно. Чуть-чуть правильный, но 6-й байфон. Что, он вернул тебе документы? А? Документы вернул? Да, обязательно. Я его что, отпустил бы, что ли? Молодец. Ну, уважение тебе за это. Не обижайтесь. Многие боятся к нам, конечно, ездят. Хотя у нас обстановка здесь очень хорошая. Люди хорошие, молодежь хорошая, молодцы все. Все спортсмены, все, значит, занимаются спортом. Правильно же, да? Да, конечно. Взять вот, он прав. Он полностью прав. На законном основании он имеет машину, имеет право загнать машину за изменение конструкции, написать протокол, завести дело. Если изменение конструкции не будет устранено, машина уже идет в утиль. Привыкли к отечественному автопрому. Даем предпочтение отечественному автопрому. Как бы патриоты. Сейчас разминка, потом минут 10 отработки элементов. И то, что можно сделать пока что. Я тут смотрю, прям здесь совсем маленькие дети, то есть они... Вы как-то за ними специально наблюдаете, или они родители неподалеку? Не-не, они... Здесь есть, которые просто сами пришли, а есть, которые родители привели. Угу. То есть такие, у них тоже своя программа есть, детская, ну, подтягивание, отжимание на брусья. Ну, то есть родители вам как бы доверились? Да-да. Молодые, вам базу уже начать. На парах будет. Опоздал у нас 100 отжиманий. Кто опаздывает, 100 отжиманий. Буду делать. Вот. У нас есть дисциплина, в первую очередь. Там материшься, 50 отжиманий. Опоздал, 100 отжиманий. Еще что-то какие-то. Мешаешь другому, 50 отжиманий. Ну, здесь есть ребята, которые параллельно куда-то ходят. Там, на бои ходят. У нас есть парень, на бои куда-то ходят. То есть, если, к примеру, заниматься двумя видами спорта, это, наоборот, большой плюс будет. Шесть подтягиваний, 9 отжиманий. То есть по 3 прибавляют в подтягиваниях в отжиманиях. Тоже до тех пор, и сколько может. Потом после как бы, первого сета отдыхает 3-2 минуты, потом второй раз пробует, опять же с нуля. Таких 3 сета. Потом есть программа на статик. То есть запрыгнул, в этом положении зависит. Угу. Также ждет своего партнера, да? Так залазит двое. 50. Один делает, два, другой его ждет. Тут закончил, встал и такое положение. Другой делает два. То есть в руках можно определенный объем набрать. Конечно, не как в зале. То есть здесь атлетическое тело можно создать. Но уже более такое массивное и то есть силу сильную вырабатывать. По любому залу нужно. То есть там большие десятки катают. А так, для молодежи, я думаю, самое то, что нужно. То есть никаких затрат, ничего не нужно. Это доступно, мы деньги ничего не берем за это. То есть и программы бесплатно делают. Не как в залах, там, например, правильное питание. Туда-сюда, здесь такого нет. Саид, подснежники потом будут после зимы. Честно сказать, у нас человек 50 где-то было. Да, одно время, помнишь, одно да? Время 50 человек было. Это осенью было, даже осенью, октябрь, да, было, человек 50 было. 50 человек. Это знаете какие? Это когда пришли, так чуть потренировались и ушли. А здесь я уже вот с того времени, с ребята остались, которые реально, которые есть желание заниматься, и даже которые уже выступили на соревнованиях.
Сколько я тренируюсь, сколько я на этой площадке нахожусь, здесь никогда конфликтов не было. Просто ребята разные, да, вообще. Не, такого нет, то есть ущемления, как там говорится, типа дедовщины, нет, такого нет. То есть, да, все дружно, да, занимаются. У нас после этого так, у нас всегда дружно, у нас не смотрят на это. Так что приходилось прыгаться на кого-то, кого-то. У нас таких ребят нету, знаете, такие, которые, босиков таких, которые где-то участвуют там, да, такие, бычо там, ну, как сказать, которые постоянно где-то там плохим чем-то занимаются. У нас все ребята учатся, ведут здоровый образ жизни, тренируются, свою пользу занимаются. То есть люди такого окружения, то есть, можно сказать, как мы выбираем, то есть мы когда берем, то есть ребята, мы тоже говорим, если там что-то человек употребляет там за пределами, то есть мы таких с вами принимаем. Да. То есть, если человек хочет измениться, может сопротивляться уже полностью, да, отказавшись от всего там. Тот же самый вот на свае, вот эти вещи, тоже самое. Ну, у нас таких нету. Нету, по крайней мере, не пребывали. Было за 5 лет там, ну, как. То есть курящих не берете. Курящих? Ну, как сказать, если человек бросить не будет, то здесь не будем курить впереди. Он сам, мне кажется, бросит. Да, он да. Будет заниматься. Ему стыдно, он, да, будет. Ему стыдно будет заниматься. А так, если человек здесь кто-то курит, да, мы аккуратно говорим, да, что. Если, ну, если сторонник да, кто-то приходит, то мы ему замечаем, да, он скажет, здесь то площадка, здесь нельзя курить. Бар или что-то такое. А так перед конфликтом. Да, да. Да. Это у меня уже четвертая получается тренировка или третья? Четвертая. Четвертый визит, третья тренировка. Да, четвертый визит, третья тренировка. А мне здесь дали программу тренировать базу, поскольку я ни отжиманиями, ни подтягиваниями, ни тем более отжиманиями на брусьях уже 100 лет. Опоздавшие были? Кто? 50 отжиманий. Здравствуйте. То есть 4 раза по 4 должны сделать. Между подходами? Подтягиваем. Между подходами отдыхайте минуту. То есть смысл в том, что вы стабильно делали одно и то же количество раз через минуту. Здесь 15 элементов делаете, потом начнете по программе делать. Дальше. Отлично это. Ну, сейчас минуту отдыхаю. По очереди, да? Ну, а как здесь еще? Здесь иначе не получается. Турников мало. Чтобы это, наушники не спадали чисто за уши. Снимаешь? Да. Мы когда обучалки снимаем, я всегда вот это слово повторяю. Снимаешь. Короче говоря, у нас проходит тренировка по стрит-воркаут. 8-я школа, понедельник, пятница, в 6 часов. Тренировки бесплатные. Любой желающий может прийти здесь, тренируются студенты, школьники. Короче говоря, вот так. За здоровый образ жизни. Вовлечение молодежи к занятиям на турниках и брусьях. Вперед, Дагестан! Нага, муслим. А далее? И третий делаем. Это сачки. Сзади меня, короче, сидят сачки, которые не тренируются. Что он делает? Да, видели уже этот ангел. Которые комментируют только могут. Вот это сачки, короче, сзади меня сидят. Это неправда. Самый ярый сачок. Короче, такая тема. А я же выбор здесь, блин.
Я понял, но какого закупа артюша? Укрепительного у меня нет. Не, я понял, я вообще не закупаю. Я тоже не закупаю. Я за ЛДП. Я не закупаю. Все равно, нет? Все все равно в руки, какая разница. Ты за это? А так я за яблоко. Яблоко жить. Даже если не голосуй, все равно за тебя все решили. Там уже все решено заранее. Похудел ты, похудел. Я знаю, высушил. Раньше медведем был. Да, 90 луцы наберу. Сейчас когда-то что-то по ПД не идет стал. Магад Расул за КПРФ голосует сюда. Цыганов гид, вперед гид. Я сейчас все устанешь? Ну, обычное предтренировочное состояние. Сейчас как бы твое тело говорит, да ты че вообще? Ты зачем вообще сюда пришел? Ты бы сидел дома, проходил бы в Вольфенштейн. Ты говоришь, нет, нет, надо. Надо, во-первых, задачи исследования, во-вторых, ну, как-то уже стыдно бросать, если ты начал. Вот. Что тут сегодня почему-то не видно наших тренеров, они обычно сюда приходят раньше всех. Вот Патри Рамазан тренируется, но он всегда тренируется один. Такой бомбовый мастер сказал, жест, который нигде в городе здесь не будет. Сен-Пьеровскую, UFC-шную. Короче, UFC-шные вещи в основном были. Это Рибок, магазин жест. Я кроссфит тренировки делаю, и они меня каждый месяц, короче, на 15 тысяч одевают. То есть я их тренирую, точнее их персонал. Но также любых желающих. Это в этом бывает. Как его? На стадионе труд по воскресеньям и средам. 6.30 тренировки проводят, ну бесплатно. Подруги, там вот 4 дня. Как у Мавлида, смотри, в Москве, которые были же. 8. Этот, они 8 штук стоили, сейчас 4 штуки стоят. Рамазан. Тут чисто, когда осталось, 2 рубля осталось, короче, здесь что взять. Эти нашел же, а штуку 400. Тоже хорошо роль играет. Я взял на суп. Да. Что мне делать? Я потом скажу, да, за разминку. Я сделаю. Кто уже ходит в достаточное время, да? И мелкие вообще на ту сторону идите, быстро. Ваш турник. Ваш турник. Я вам объясню. Короче, где кто ходит уже месяц, 2-3, да? 2-3 месяца. Его база хоть чуть-чуть есть. Его база хоть чуть-чуть есть, мы даем программу парную. Те, которые только записался, делают свою базу. Сейчас, когда дали задание, сказали, что те, кто ходил 2-3 месяца, делают программу, показали такую программу. Те, кто меньше ходил, делают базу. Что интересно, все, кроме меня, пытаются делать уже программу. Программа на более продвинутый уровень. Да, я не знаю, с чем это связано. С тем, что, может быть, людям хочется немножко ускорить время, показать, что они растут быстрее. Да, и тем самым как-то, ну, преодолеть свой статус новичка и потихоньку уже перейти в какую-то, ну, на более высокую ступень развития. Вот так. На этих брусьях лежит коврик, который приносит Магомед Расул из дома. Но сегодня Магомед Расул не был дома. Он пришел отсюда из магазина, в котором выбирал спортивные товары. Так вот, если коврик есть, то есть намаз. Если коврика нет, то намаза нет. Например, мечеть есть, которая как раз находится, в венгерской мечети. Да. Ее как бы считают там. Ее как бы считают такой, короче,
Когда собираются такие радикальные там мусульмане туда, такие моменты. Там просто ну, другого да, характера могут люди, но, не, но никак не радикалы. То есть молодые парни обычно. Слушай, с бородой ходишь, штаны подворачивают, это не значит, что человек там преступник или что-то. У них логика такая. И они типа следят, и каждую пятницу людей это делают, понял? Ну, выводят, короче, понял, забирают по пятничному намазу, после молитв забирают людей. То есть на учет, короче, это называется. Да, да. Называется профилактический учет. Такого я не знаю, нигде еще не читал, не видел, потому что, может, где-то есть в других республиках таких, но у нас это вообще колоссально забирают, ребят. Более 10 тысяч человек на учет сейчас стоят. Даже кто не молится, даже забирает. Кто попало, забирает, реально тебе говорю. Те же не могут забрать вот без предъявления, обвинений, без ничего. То есть без ничего забрать и поставить на учет, кому же человек, скажи. Ты ничего не сделал. За то, что ты с бородой подвернутыми штанами, или даже то, что ты с бородой пофигу на штаны, с щетиной там, даже в эту мечеть ходишь. Как это понять? Тогда пускай каждого со всех мечетей собирают ребят, тогда всех молодых и туда ставят на учет. А что значит ставят на учет? Ну типа там мечеть такая, мол, там пропагандируют там, типа, радикальный ислам. Хотя там на лекциях тоже был на пятничных. Ничего не слышал, что здесь говорят в этой мечети большой белой, да, что там и говорят. Какое там это? Они слишком опоздали, просто делали. А, за первый раз получаю. Да, но и Керса. Можно записаться? Сейчас размер свой резерв, говорю. Нас любят накалять обстановку, потому что бабки давали с Москвы, понимаешь, здесь деньги в роли играют. То есть это же политический момент, здесь чтобы постоянно было вот так. Ты давно из этого нет, то есть я помню, когда маленький был, какая была ситуация, то есть помоложе, когда был, как по-русскому. И какая сейчас, она намного легче и лучше стала в этом плане. А он приехал, то есть вот, посмотрел, да, как. Вот сейчас, говорю, ребят убили в горах двух пастухов молодых, 19-17 лет. То есть вообще это не имеет значения ни к ИГИЛу, ни к чему. И этот... Убили ребят, пастухов, три села за них свидетельствуют, что они нормальные ребята. Пришел ОМОН, убил, там еще тела не отдавали, тела или так далее, и в итоге... Я новенький просто, сколько мне надо делать? Я 5-10. И этот, короче, и в итоге убили ребят, и никто то есть, от ответственности не понесет. Родители остались, взрослые люди тоже уже не смогут детей это сделать. Без наследников, без ничего, и все плачут, слезы, и всем кто так важен. По барабану. А митинг почему не делают люди? Законы какие сделали? Закон сделали такой, чтобы противоречить народу. То есть, если вот такая происходит несправедливость, человек не может выйти митинговать, чтобы вот так разобрались, а как еще делать? То есть, получается, против народа законы. То есть, если ты хочешь митинг сделать, то должен какое-то заявление подать, правильно, в администрацию, чтобы ее еще одобрили туда-сюда. Но вот такое точно не одобрят, там уже начнут думать, а там бунт, не бунт, такие моменты. Сделаешь митинг несанкционированный, тюрьма и штраф. То есть получается, надо молчать и глотать. Вот так получается. Логика такая здесь. Вот, один сам, один сам. Смотри, вот допустим, приезжают же на соревнованиях разные команды по стрит-воркауту. Ну, у них могут они чем-то отличаются друг от друга. Да, у каждого может своя фишка быть. А у вашего именно у команды есть какая-то своя фишка? Ну, может, есть вот Мусака, наверное, есть. У меня нет лично нет пока. Слушай, я на прошлой тренировке был, на позапрошлой был. Чаще надо появляться просто. Позавчера же был. Да, позавчера был. Ну, у них просто смехи не совпадают. Посещение. Попробуй на силу точно попробовать. Сразу растянуть и сложить. Отжимания на брусьях, в принципе, они легкие, но тоже потом начинает болеть руки. Ну, самое мое ненавистное упражнение, это, конечно, отжимания от пола. Потом увидишь. Не, это не то, что я не могу отжаться от пола. Я как бы могу это сделать, просто я не люблю делать. Пять подходов по 5 раз. 5 раз же сможешь потянуться? По 5 раз. Вот за ним следи. Ты сделал, потом он. Понял, да? Чья вода? Моя. Можно? Нет? Они успел подводить.
когда как бы перешел как бы чисто на элементы, отработал 40 элементов, и у меня ОФП вот чисто снизилось. Mm-hmm. И поэтому я в Москве тоже на соревнованиях проиграл. Mm-hmm. В Москве там на соревнованиях участвовал, думал, я потяну этот. Я в полуфинал вышел, там устрял. Но мне результат очень не понравился, там вот эта бейсвар номинация была. Это Ассаламу алейкум, друзья. 25 сентября, 12:00, на площади Ленина пройдет открытый чемпионат Дагестана по стрит-воркаут. Привет, сильнейшие ребята из России. Приходите, поддержите мероприятие. Это стрит-воркаут, это уличные тренировки. Стрит-воркаут, тут каждый должен быть ловким. Сегодня 11 числа, воскресенье, в Малом зале Русского театра проходит 5-й юбилейный фестиваль азиатской культуры в Махачкале, что, кстати, очень удивительно. Меня очень радует такое количество людей, я была удивлена, что они столько пришли. Я надеюсь, что им понравится, и они уйдут радостными и вернутся к нам еще раз. Тебе сколько лет? Мне 16. Мне 18, исполнилось 6 дней назад. В этом году проходит юбилейный 5-й фестиваль азиатской культуры. И хочу сказать то, что с каждым годом этот фестиваль растет, приходит больше талантливых людей. В этом году, вот я просто, я вообще за кулисами был, просто какой-то титанический труд проделали подростки, чтобы сделать свои костюмы. Ярмарка с каждым годом все больше и больше становится. Мы растем. Но цена на билет все та же. 400 рублей. А так я анимешник. Да. Аниме. Я смотрю аниме давно, я им увлекаюсь. Нравится. Это как смотреть любимый фильм, любимого режиссера. Не только приходят люди, которые аниме увлекаются, там, корейской культурой, да, знаете, или просто с хорошими людьми повидеться. Это не обязательно, чтобы ты был какой-то культурой. Здесь все друг друга поймут. Пойдем, ты пишешь, пусть давай. Она шикарная для этого. Все, вот ее. Здравствуйте, меня зовут Заира, и я псих. С психического факультета. Сколько вам лет? Мне 18. Честно, разные отзывы мы получаем. Кто-то пишет, что такое, этого не должно у нас быть. Кто-то, наоборот, радуется, о, Махачкала там продвигается вперед, молодежь развивается. Я только за развитие молодежи, поддерживаю тех, кто поддерживает меня. Знаете, это больше точно в районах, да, распространено то, что людей каких-то неформальных движений, их могут там задирать. А в Махачкале уже к этому нормально относятся. Мы никому не мешаем, уже, понимаете? Да. Мы никому не мешаем, поэтому никто не мешает нам. Фестиваль состоит из косплеев, конкурса рисунков, конкурсов музыки, потом всякие викторины, все, вспомнила. Немного интересной информации у нас будет рассказано про студию Дзибли, студия Гибли, по-другому ее называют, это студия Хаяо Миядзаки. Первая часть будет посвящена Японии, а вторая будет посвящена Корее. Какое количество префектур в Японии? Назовите не менее трех. 40. 3. Не менее трех назовите. Это
костюм нам привезли за 2 дня до фестиваля. Его привезли, нам девочка передала его из Москвы, потому что она должна была выступать сама. Но у нее не получилось сюда приехать, и поэтому мне пришлось занять ее место. Никто Каню не видел? Нет. Мне пришлось занять ее место, и пришлось еще ушивать штаны, потому что они были вот такие. И я последний вечер ночью ушивала их, сидела. Так а что за персонаж? Это, ну, Грэль Шинигами из вселенной Темного дворецкого. Кого не косплей, это просто мой образ, я так выгляжу, но... То есть это у вас настоящий Питер? Да, я из Питера, но поэтому... Да, там так можно надеваться, а сюда я могу вылезти, не знаю, на косплей разве что. Потому что тут жестко с этим. Изначально отсюда? Да, изначально отсюда. Вот ваш внешний вид. Вы как-то уже экспериментировали с внешностью здесь уже, как бы потом уехали? И здесь экспериментировала. Началось, наверное, с 16 лет все. И, в принципе, ну, чем это окончилось? Гонениями, наверное, упреками. И в какой-то момент ты уже понимаешь, что ты здесь не можешь находиться, нормально жить. Понимаешь, что нужно уехать. Травля своеобразная. То есть мне могли что-то крикнуть, могли подойти, толкнуть, что-то сказать. Ну, благо меня еще не били, потому что друзей моих могли неоднократно ударить, не знаю, уронить. И вот. Мы пришли в антикафе «Место». Здесь сейчас должна состояться подпольная встреча анимешников. У них должен состояться какой-то баттл. Я так полагаю, это будет что-то вроде викторины или что-то вроде конкурса костюмов, а может и то, и другое. Ну, в общем, посмотрим. Как сказать? Выгодно ли сегодня делать? Ну, 2 раза окупилось, действительно. Но это не значит, что выгодно. Вот именно, что мне нравится в Японии и в Дагестане, это уважение к старшим. То есть у них на очень высоком уровне вот это вот. У нас также испокон веков идет то, что мы слушаем старших, стариков, для нас они все, как бы, да? Для нас это кладезь знаний. И в Японии вообще наш как считается самым долгожителем. И у нас тоже очень много стариков. Даже вот в семьях у нас нет такого там, как в Америке, допустим, да, даже не в Америке, вообще в европейских странах, а дать отца или мать в возрасте в дом престарелых. Для нас, когда мы это слышим, немножко чуждо. И в Японии также у них как бы все свои старики дома. У нас немного ленивые люди. Они все в основном собираются только на фестивале или на какую-то сходку, и то на сходки не ходят редко. А вот, а? Почему? Ну, ленивые. Ленивые? Да, то есть мы организовывали в прошлом году фактически каждый месяц сходку, приходило очень мало людей. Ну, типа вот такой, да, как сейчас? Да, ну, обычно после фестиваля бывает просто куча людей здесь. Около вот. 40. Да, и... Еще все подойдут остальные. А так вот приходить после фестиваля, они очень ленятся. Вот на Хэллоуин еще могут прийти. Там человек 50-60. После этого тоже придут, а потом все такая тишина. Ну, то есть вечеринок, вот в понимании таком вечеринки их нету у вас? Ну, то есть... Нет. Кто как по празднику? 9-8 начало, в 4 утра. О, нет, вы что, нет. У нас мама из дома не выпустит. А что там вообще-то? Но меня мама не выпустит из дома. Она скажет, ты... Мы нет, другие, да. С алкоголем? Ой, нет. Это у Армана спросить, он... Нет, это может быть здесь, но я лично в таких тусовках не участвую. С алкоголем и до 4 утра. Меня мама не пускает. И религия тоже. А так нет, именно аниме-туз на ночь не бывает у нас, только дневное. Потому что у нас такой контингент где-то от 12, с 10, то есть лет. Ну, с 10 лет очень редко приходит, от 12, 14. То есть тот возраст, когда родители тебя еще контролируют. А потом уже как-то кто постарше, они могут гулять там до 9, 10, 11 вечера, приходить домой. И у нас-то уже поздно. А тебе сколько? 22. Так, кстати, какие правила здесь вот этого места посещения? То есть, здесь вы как? А, ну, нашему сообществу дают скидку 1 рубль, хотя
тут как бы их тариф это 2 рубля за минуту. Угу. Нам 1 рубль. А, но волонтеры приходят вот 2 недели бесплатно после фестиваля, а участники 3-4, как месяц. Вот. А в эти 2 рубля в час, в минуту входит там чай, да? Да, все что угодно, все что здесь есть, вы можете этим пользоваться, так и игры, допустим, настольные. Также здесь есть Xbox, здесь проводят FIFA. Как же это называется, соревнования, мол, что-то такое связано с футболом, я, честно сказать, не увлекаюсь этим, поэтому не знаю. Вот. Ну, наша любимая игра, это Тимур, как она называется, наша любимая игра здешняя? Алиас. Что? Нет. Just Dance. Да, Just Dance. Вот. Черт. Не эту песню. Ну, что вы опоздали? А что тебе не знали? А торт сказал. Ученика, Рика, привет. 12 надо было? Чего? Ну серьезно? Ты на этом. Ты сам спрашивал, ты что, фигуру кормить собираешься? Ясно. Ты с женой ходил? Я хожу в шапке, полностью закрываю волосы. Вообще сейчас больше ничего нет. Я ходила 3 года, крашу волосы. Первый год, когда я ходила с красными, я поняла, что не стоит здесь ходить так. Я начала носить шапку, капюшон постоянно. Даже летом? Да. Сейчас, допустим, да, я учусь на художника-графика. Есть девочка с синими волосами, тоже все от меня пошло. Не возникает. Про родителей. Я не замечала, как бы, что. Я с ней особо не гуляю, но я уверена, что ее не оставляют в покое. Меня просто достало это внимание. А внимание какое? Оно такое агрессивное. Подходит, спрашивает. Агрессивное? Именно агрессивное. Что говорят обычно? Когда у меня были красные волосы, меня могли схватить за волосы, могли кинуть что-нибудь, могли толкнуть, могли не давать пройти. Просто вот. Был момент, когда у меня были серые волосы, я проходила по пешеходной дорожке, заехала машина прямо в стенку, и он просто не давал мне пройти. Открыл дверь и начал что-то говорить мне. Вот. После этого я как бы понимаю, что... Лучше так находить по городу. Да что такое у меня тут? Чё, блин? Зачем вы ломаете? Вы надо. Просто это фигню ломаешь. А в семье тебя как-то поддерживают? В семье? Привет. Ну, мама нормально реагирует. Она увидела эти, она сказала, что они намного лучше, чем то, что я красила до этого. У меня были пятнами они. Ей нравится, но она понимает, что здесь опасно так ходить. А ты собираешься на это переезжать? Да, я надеюсь очень. Я уже 2 года пытаюсь, но у меня все никак не хватает храбрости остаться. Я хочу в Санкт-Петербург. Ну, я смотрю аниме, наверное, с 2009 или 2008 года, по-моему. Переехала в Махачкалу в 2013 году. И сразу же познакомилась как бы с людьми, которые здесь. И почти все здесь смотрят аниме, и как бы через знакомых узнавала обо всем этом. А познакомилась где? То есть это... В сети. В сети, да? Не в реальности. А откуда ты переехала? Из Избербаши, недалеко здесь, маленький городок. Здравствуйте!